Приветствую всех зрителей канала в своей новой мастерской. А здесь мы видим как раз таки тачки из предыдущей серии. Так, с чего бы быстренько начать сразу же. Это на сладенькое, на десерт. Блин. Сразу хотелось бы сказать, что было бы лучше, если бы это все-таки был бы универсал, как я говорил, одной из предыдущей серии. О тюнингу этих транспортных средств. И я бы ее оставил в каком-нибудь темно-синем цвете, таком насыщенном, глубоком. Но раз уж так пошло, придется что-нибудь придумывать. Посмотрим, может быть, раскрасочка порадует нас. Она будет второй, так и быть. Так, ну броня, как бы, блядь, это ставим естественно. Двигатель, бла-бла-бла, на стойке двигателя, чтобы валить нахрен. Салон, раскраска, зеркало, брызгайки. Там трансмиссия. Тупо на туф. О, начинаем веселиться. Пу-пу-пу-пу, не хочется, вот морду не хочется, конечно, трогать, но давай вот это оставим. Задний бампер. Блин, жопа у него, конечно. Тут, блин, простецкая машина. Ну, надо что-то делать, надо. Задние фарбы еще поменять немножко. Ага, глушитель у него... нормальные. Арки стоит ли? По-моему, не стоит. По-моему, она и так неплоха. Но в этом плане линии. Давайте у него, конечно, оптика там будет. Ну, вот. А, они отсюда не так видны, оказывается. О, бля, не то. Кепслик. Но, по-моему, это слишком. Или мне кажется. Какую-то машину все равно надо будет. Пускай так. Это тебе нахрен не надо. Быстренько прогоним эту машину. Потому что мне не особо нравится. Давай, каркас. Все-таки, помимо того, что можно играть с цветом, с каркасом безопасности, я же еще любитель Battle 2, который сейчас проходится на канале, Breakfast, который будет в будущем проходиться на канале, а там как раз-таки каркас безопасности все-таки играет свою роль. Ну и плюс канал у меня про гонки на выживание, поэтому, естественно, поставим. Во, раскраска. Какую-нибудь машину надо обязательно сделать. Уе... ну, такой, короче. А, кстати, знаете, что я придумал? Вот с этим цветом можно и работать с раскраской. И с ней мы как раз и будем работать. А типа, если я выберу доп цвет красный, они не будут, например, красными, блядь. А зачем? Еще дороже, блядь. Так, номерные знаки. Сука, держи. Придется на белом ставить. Основной цвет, блять, нет. Металлик.
Не знаю, хорошее сочетание. Кстати, тоже неплохо спереди. И темно-зеленый неплохо, но сочетается, сочетается. Спереди сочетается тоже вроде как. Вставляем. И сейчас будем делать следующим образом топ цвет. Можно классический даже. Главное теперь не проскочить его. И колеса тоже будут в таком цвете. Что там по банде нет? Эмблема банды нет. По крыше. Блин, мне это напоминает Most Wanted тюнинг. Блин, вот такая достаточно простенькая машинка. Подвеска. Нет. Может, что-нибудь в трековых попадется. Хочется попробовать вот эти вот поставить все-таки. И теперь, эти, судя по всему, я пролетел колесами. Так вот, и все на этом уложились. Блин, ну немножечко здесь, конечно, залет с обилием фиолета вон на крыше и на багажнике. Ну, в целом, пускай. Так, аудюшка, поехали. Почему он жопой везде заезжает? Так, сразу же прогоняем все, чтобы потом на это не отвлекаться. Двигатель, блять, не то. Блин, мне вот интересно, если я ставлю турбо-тюнинг, когда уже заполнена эта шкала, влияет ли это на дальнейшее заполнение ее? Так, передний бампер. Блин, она сама по себе выглядит нормально, блин.
Ебать, ебать, да и бигионарию, но можно выставлять. Так, что подъявить? Накладки, что там? Ставь. Решетку радиатора можно? Это будет так. Глушитель. Глушители аккуратные. Ай, блин, ну я не знаю, как бы нужны, нет? Но она более объемная, кажется, более рельефная. Поэтому пускай будет. Блин, это в зависимости от раскраски, знаете ли. Чтобы салону... Вернее. Херня. Естественно. Давай раскраску. Нет, ну давай что-нибудь красивое. Ух, кстати. Резиновые брызговики. Прикольно, прикольно. Сколько они стоят, блядь? 9 тысяч долларов. Так, держатель для знака. Коробок лыжи, багажник на крыше, который как бы нам нахрен не нужен. Хотя нет, стоп. Блин. Пу-пу-пу. Крыша у нас в черном цвете, да? И будет. А, нет, можно поменять. Будет основного цвета, теперь аксессуары для крыши и вот так. Блин, почему здесь нет какого-нибудь прям массивного огромного? Основной дополнительный. Давай дополнительный. Посмотрим, что там можно будет сделать. Полоса. Пускай будет. Низкую сразу же. Ей. Нет, чуть повыше надо. Спортивную. Там была. Слишком. Стекло наглухо. И окрасочку теперь можно посмотреть. Основной цвет, я думаю, что Как раз таки то, о чем я говорил, какой-то вот такой темно-синий прям. Да, кстати, я знаю, что можно сделать сейчас. Давай классический и красный. Так, теперь что мне нужно? Колеса мне нужны. Колеса. Протяжение были там, наверное. Пуник. Пуник и пуник. Все, выкатывайся. Ох, ебать, ебать. Со спойлером можно было еще поработать. Бы. Мне так кажется. Да. Сгони еще раз ее.
Еще раз глянем спойлер. Так, зеркало красное, нормально. Так, у меня вот такая. Можно вот такую, да? Все, ставим. Выезжаем, оставляем. Чисто роскошный транспорт получился. Вот так это напоследочек оставляем для того, чтобы джестер. Так, быстро-быстро прогоняем все это нахрен, нам это не надо. Настройки двигателя. Так, может тебе помучить? Немножечко. Его сразу в ноль. Да, потому что мне эта машина тоже не особо заходит. Передняя. Задничка мне скажешь. Ага. Ну, давай. Форма фар. Оставляем пока что капот. А, так ты значит, да, со мной? Окей, окей, я запомню. Так, ну давайте замки на капот. И хоть где-нибудь я их поставлю. У меня ж, блин. Да, там пассажиру как раз будет нихер делать. Он будет тыкать там мне кнопочки. Упрощаем, это нахрен не надо. Каркас безопасности усиленный. Пары. Не волнуй нахер, раскраска. Давай. Белая графика 90-х, черная графика 90-х, я офигею. Бля, это же это, блять, из этого GTA City 2. Там была такая. А если... Бля. Киберпанк, блядь. Что-то мне кажется, этой машине больше какой-то ярко-оранжевый или красный. Зайдет. Нет.
Так, а можно глянуть на что это Арина? Топ цвет у нас что? Вернее, какая-то, блин. Так, если... Все равно мне привлекает красную тарину, но металлики, блин. Ух, бля. Какой интересный момент. Так, если... Если вот так... И еще мне нужно кое-что еще. Стабилизатор он будет. У тебя взлетает, что ли? Так, пороги. Еще не ставил, что ли? Ох. Ну, как будто тележка в супермаркете. Дальше можно не смотреть, полосы на лобовое стекло. Нахрен. Колеса, колеса. Ну давай посмотрим, что ты мне можешь предложить. Ага, здесь они не подходят. Все, выкатываем ее. Смотрим на результат. Ну, в принципе, так отдаленно. Немножечко, конечно, такой тусклый цвет получился, но... Смоточка не заходит мне. Блять, и вот эту вот самую первую, походу, придется немножко переделать. Так, что, посмотрим сразу раскраску, можно ли ее загнать под торетто тачку. Хотя я не помню, какая она у него была.
Чего, блин? Давай, так и быть. Будем пытаться исходить из этого. Быстренько, быстренько, быстренько все это. Да, блядь. Ты. Форма фара, я уже догадываюсь, что у меня там будет. Не то. Так, бампера передние. Да. Да. Так, двигатель это мы смотрели, глушитель. А, я могу и передний и задний, да? Или нет? Или да? Да. Да, блядь. Блин, я хотел, чтобы одна фара была. Ладно. Нет, замкнутый капот нахрен, капот. Так, раскраска у меня была, дефлектор что? Нахрен. Поем. Почему еще было? И все. Крышу. Аккуратненький такой. Что-нибудь повеселее можно? Да. Охуеть, пожалуйста. Пофиг. Так, в ноль, опа. Пока что нет. Чем потом цвет меняется у меня? Понятно. Ну, классический. Блин, ну вот прямо меня привлекает. И, кстати, на этой точке неплохо смотрится. Так, топ цвет.
Тоже нахрен не подойдет. Так. Че я хотел? Глянуть, что еще есть по вариантам, да? Так, нет, стоп. Мне нужны колеса. Так, не только колеса, еще стекла. Да, что никто водила не видел. Так, колеса, колеса. Эксклюзивный, посмотрим, где начало. Есть у меня, конечно, задумка небольшая насчет колес. Точнее, насчет их цвета. Вы заплатили механику, вы заплатили, блять, всем заплатили. Когда уже мне платить будут? И вот эту вот. Все-таки она мне не зашла. В течение. В течение голого дня. В течение голочного. Кстати, блять, она схожа с этими кубиками. Давай-ка еще раз глянем на твои раскраски. А, хотя давай-ка вот в черном попробуем. Краска у тебя какая была? Лаймовая. Топ. А топ цвет. Лаймовый зеленый. Хер у меня меняется капот, блять, а это не меняется. Пум-пум, блять. Вот сука меняется теперь, охуеть, охуеть, блядь. Что за извращение? Так, блядь, чего я не понял?
Попробуем исходить из этого. Это же скоро всего надо. Так, конец, стоп. Либо, короче, желтый загонять под надпись. Либо. Предположим. Блин, тут и с белым цветом надо сочетаться и с красным. Блин. Блин. Может, мотор ничего не подсказывает. Утро синий, но у меня уже есть утро синий в гараже. Такой тоже есть. Предположим. Бля, тут это, конечно. Ну-ка, выйди. Блин, это получше смотрится, чем предыдущий. Ну-ка, поехали, посмотрим. Ебот, ебот. Ее еще контролировать надо. Нихуахуа. В отличие от внешнего вида, с управлением у нее все классно. Ебать. Ну, на больших скоростях ее придется. Сука, быстрее проехать не мог, что ли? Тачку мне поцарапал. Да, офигенно. Да, блядь. О, девчонки, привет. Как вам моя малышка? Они удолбанные, блядь. Мало того, что ее контролировать нужно. С помощью пробела еще и клавиши
Заднего хода надо добивать на поворотах. Он уже красный горел. То он все равно не докажет, так что можно спокойно. Да. Неужели она еще и так умеет? С такого угла выбирается. Ни хера себе, бля, все, погнали на дрифт-площадку. Так, ну тестить их в гонках, я думаю, что будем уже с кем-то. Одному там ни хрен делать, мне кажется. Хотя нет, пошли еще покатаемся. Или уже вне записи покататься. Ну блин, прикольно, прикольно. Нравится, как она себя ведет. Узнать, как она будет себя вести при столкновениях, потому что первой серии насчет этого обновления я там прорабатывал уже себе будущую стратегию прохождения с друзьями. Да ладно, да ты шутишь. Да все машины так будут делать, или только это интересно мне знать. Ебать. Кстати, арабский мир, да? Могешь, не споешь. Ну почти, почти, да. Хрень, если бы еще было. Дополнительно. Так, еще мне интересно, как она ведет себя на этих. Нет, не вытянет. На трамплинах при падении. Немаловажный момент, если проходить потом другие гонки на ней. Тяни. Бля, все, я нашел себе идеальную точку. Хотя она, конечно, по виду не очень, но, бля, как она себя ведет на дороге-то, охуительно. Ладненько, ребятки. На этом. Весьма интересном. Или нет. Кому как, видимо. В моменте мы с вами прощаемся.